Комитет Совета молодых депутатов Краснодарского края в рамках выездного заседания посетил крановый завод ГОСТ в селе Львовском. Коммерческий директор Александр Кононов провел для делегации экскурсию по цеху. Предприятие производит грузоподъемное оборудование. На всю линейку продукции имеются сертификаты соответствия ГОСТ, ИСО и Таможенного союза. Завод построили в рамках инвестиционного протокола, который был подписан в администрации Сиверского района в 2021 году. Объем инвестиций составил 56 миллионов рублей. Первую очередь завода торжественно открыли уже в мае прошлого года. На сегодняшний день ГОСТ – это производство полного цикла, которое оказывает комплекс услуг. Завод не только производит и проектирует краны различной грузоподъемности, но и доставляет заказчику, производит монтаж и постгарантийное обслуживание. Сейчас построена только первая очередь завода. Всего на данной территории планируют построить не меньше 4 цехов общей площадью 10 тысяч квадратных метров.